Сьогодні той день, який дуже багато хто чекав, тому що сьогодні величезний день знижок на різних маркетплейсах, тобто саме в інтернеті. І люди, які дуже сильно хотіли купити якісь певні речі, відкладали собі списочок і тільки тоді... Дочекавшись, 11, 11, 11, два рази 11, тільки тоді купували. Ну і взагалі дуже часто люди кажуть, що це щось схоже на Чорну п'ятницю, хтось каже, що це взагалі інший день святковий для покупок. А як насправді все ж таки цього дня не потрапити на гачок знижок, обрати саме той продукт, який заслуговує на вашу увагу, сьогодні у цьому питанні нам допоможе розібратися Вікторія, медіастилістка. Доброго ранку. Доброе утро. Добрий ранок. Ми дуже раді, що ви до нас сьогодні завітали, і от поки була у нас тут така перерва, новини, ми вже трішечки дізналися невеличку інформацію, зараз будемо ділитися з глядачами. Давайте одразу розпочнемо з того. 11.11. Це подібно до Чорної п'ятниці, чи це взагалі інше свято? Ну, це немножко різне поняття, тому що от Всемирний день шопінгу, він родився в Китаї, відповідно, є така група Alibaba, у них є різні маркетплейси, і вони просто 11.11 на своїх маркетплейсах разместили большие очень скидки. То есть и потом уже подтянулись офлайн-магазины, подтянулись разные другие страны, которые тоже хотят участвовать, привлекать к себе клиентов. И есть люди, которые прям вот специально откладывают свои покупки на AliExpress для того, чтобы 11.11 получить большие скидки. И они настоящие, реальные. Бывают, конечно, магазины, которые немножко хитрят. Вот они типа за неделю там делают выше цену, а потом ставят ниже. Но это... Ну, это на их совести, вот. Но в большинстве случаев сейчас люди, менеджеры, они стараются быть честными со своими покупателями, они стараются привлечь покупателей, потому что все-таки идет некая борьба за каждого человека, за его лояльность к бренду. То есть, потому что, когда человека немножко, ну, скажем так, неприятный такой момент внутренний, он уже, даже если там будет классная вещь, он уже так не хотя туда идет, он не хочется ему тут приходить в офлайн или даже онлайн какой-то магазин, потому что все-таки лояльность, вот она внутренняя такая вещь, то есть, как бы ты к магазину больше... придешь тогда, когда они с тобой в диалоге, когда они с тобой честные, когда они с тобой лично для тебя какие-то моменты. Нема этих зомби, которые только ты зашел в магазин и сразу... Да, да, и сзади такой шепот, что вам подсказать? Купляй все. У мене виникає запитання, а як правильно підготувати себе і як підготуватися до шопінгу, щоб не попасти, наприклад, на якісь такі певні ловушки? Ловушки, да. Ну, самое верное, это то, что вот вы проверяете свой гардероб, что у вас есть в наличии. У вас должны быть какие-то базовые вещи, которые на постоянной основе для того, чтобы когда вот такие скидки, вы могли что-то купить, изюминку. То есть момент скидок – это тогда, когда вы покупаете какую-то изюминку в свой гардероб. То есть у вас есть там базовые жакеты, пиджаки, слаксы, джинсы, какие-то хорошие, ну, хорошие туфли, броги, да? А тут вот захотелось купить классные лоферы, но вы их не будете носить каждый день. Или там вы захотите купить что-то, какую-то такую рубашку, которую, ну, ну, вы ее оденете раз, два сейчас, которая вызовет там... Вау-эффект? Да. Вау-эффект, которая вот на какое-то мероприятие. Но во второй раз вы это уже, ну, не оденете. То есть, когда вы... вау-эффект, вау, больше никогда такого не одевает. Не-не, наоборот. Не, наоборот, чтобы это, ну, запомнилось вашим зрителям, запомнилось вашей аудитории. Все-таки, так как я медийный стилист, то я... прорабатываешь ассоциативный ряд для своих ведущих, да? То есть для того, чтобы уже какая-то подоплека была у тех людей, которые смотрят на своего ведущего. Они уже определенный момент считывают и так далее. То есть ты, когда находишься за кадром, ты все равно в чем ты ходишь. Ну, то есть в худи, в лосинах там, или еще что-то. Потому что ты за кадром, это для тебя не имеет никакого значения. То есть потому что ценят тебя за твою работу, а не за то, как ты особо сейчас выглядишь. А ведущие как раз это тот момент, который, ну, который ты должен прорабатывать для того, чтобы вот их зрители, они имели определенный... Ну, ми розуміємо, про що ви говорите. Да.
Є таке відчуття у нас, що... Але це цікавий момент. Ви, наприклад, як медіастиліст, на що от ви сказали, якась там сорочка, ще щось. А от що найчастіше, наприклад, ви як стиліст обираєте саме в цей день? Можливо, для своїх ведучих, можливо, для себе? В этот день мы, ну, очень много приходит от моих там дизайнеров, там, может, на сэмплы какие-то скидки, еще что-нибудь. Они все равно пишут, типа, а давай там то-то, то-то. В этот день так, чтобы я купила какие-то вещи прям вот четко для ведущих, не совсем. А потому что мы постоянно работаем с брендами, дизайнерами, со скидками и с бартерным отделом. А если брать простых людей, то да, вот в этот день я бы советовала пройтись по магазинам, какие ловушки могут быть, потому что там вот так будет на вас ярко, там минус 60, минус 50, хапай, бери сейчас, но не нужно это все, вы обязательно проанализируйте свой гардероб, составьте список, что вы хотели бы дополнить. Это уже мы про процесс подготовки до шопінгу, да, кажемо, да. Так? Ага, добре, проаналізували список, а як правильно зробити список? Список, смотрите, ну, у вас есть базовые вещи, да? И, то есть, допустим, у вас есть классное пальто, классное худи. И тут, ну, вот, чтобы не тратиться, вы можете купить там кепку, которая сейчас из аксессуаров, она самая модненькая, да? Или вы составили вот лук, и вам нужна хорошая обувь. Обувь и кепка, и все. То есть у вас уже есть пальто дома хорошее, есть худи. И для того, чтобы быть современным, это часть визуального ряда, который все-таки считывается, что ты сейчас, да? То есть если ты оденешь там панаму вот эту рыбацкую в дополнение к своему образу или кепку, это частично те аксессуары, которые стоят недорого, но еще и со скидкой, ага. Но ты будешь отвечать сегодняшнему дню, то есть ага. То, что одевается сейчас и сегодня. Ну и обязательно еще немножко пройтись по трендам, по трендовым цветам, чтобы не попасть на... на спихивание старых коллекций. А что зараз в тренде? Так, если мы пройдемся по фактурам, это трикотаж. Однозначно. Ну, хороший, классный трикотаж. Это может быть... Что такое? Да. Трикотаж, что это такое? Тканина такая. А ткань? Смотрите, ткань у нас есть вот эта, когда она тканая, а трикотаж на таких больших машинах, которые петельками делаются. То есть, то есть, все, я зрозумел. То есть это свитера, это водолазки, это те же вот лосины, которые... Ну, лосины я не буду себе купувати. Та чего? Ви репетировали, да? В унисон. Да, ну было бы интересно. А ось тканина трикотаж, ну, дівчата так зрозуміла, кепка-панамка, а для чоловіків? Для мужчин. Я хотів це запитати насправді. Для мужчин. Що би таке, щоб зараз? И так как все-таки мужчины это больше консервативные, не консервативные образы, то есть это не очень так, не очень есть такие как вот всплески каких-то образов. Да, образов. Но тем не менее, если, допустим, я бы взяла, наверное, классный костюм и, наверное, взяла бы современные джинсы. Современные джинсы, современные посадки. Потому что, тем не менее, ну, то есть можно, например, купить себе джинсы или слаксы, или чиносы, а они будут не той посадки. У меня, вы кажете, будет... посадки, и у меня сразу весна, десь там картошечка. Буряк. Да, правильная посадка, это как? А, ну, приезжает трактор. И меряй, как правильно будут сидеть джинсы. Посадка, это, то есть, допустим, а где у вас там... Талия. Линия талии. Она на линии талии, она на линии бедрах, и где у вас находятся карманы, как, кроме того, там ширина брючины, она будет зауженная, не зауженная, потому что от этого очень зависит современность. То есть как бы можно пойти на секонд и купить себе там классные джинсы, но проблема в том, что купит их хорошие джинсы только стилист, потому что у него насмотренный глаз, и он выберет те джинсы, которые будут современные, с современной тканью, то есть которая не сделает вас застарелый образ. Да, то есть можно сделать типа винтажный, а можно сделать очень
Ретро-стиль. Знайшов батяні штани. Тобто, да, щось такого. Да, да, да. Тобто, типу, це буде не дуже. Ну, вот как... Те відчуття, коли, знаєш, в моєму випадку тато доношує за мною речі, а це відчуття, що я за татом доношу. Так, да, ну, тобто, как бы, це реально дуже важливо. А ось ми, якщо говоримо про одяг, ми зрозуміли, що треба переглянути гардероб, ось трендові тканини. Да. А, наприклад, взагалі, от як піти на шопінг? От є бюджет, так. Є план дій, да. Не потрапити в капкан, тобто як себе зупиняти, можливо, на що от, конкретно звернути увагу? От ми говорили про яскраві вивіски, але от, ну, я йду по факту, я бачу вивіску, я все одно якось механічно націлююся в ту сторону. Що я можу сказати, робити? Що коли заходиш в магазин, де є знижки, маєш взяти одну річ і дивишся, і це хочу, і це хочу. Я заберу все, як не попасти на це? Да, ще говорять, і вторая в подарок. А, подарок. Ні, якщо одну береш і другу в подарунок, я візьму. А три за ціною двох, і ти думаєш, так, ну треба щось ще взяти, і починається цей пошук. Ну, можна взяти з собою друга, для того, щоб він купив собі річ вторую, і був подарок. Це гарна порада. Ну, потім же треба цей подарок ділити, якби непонятно, кому він має достатися, раз вже дві купили, а третій в подарок, і так уже. Є дуже хороший спосіб. Чингачук. Юзефа. 100%, да. Ну, вот мы составили список, мы идем, например, там, по торговому центру Ocean Plaza или Smart Plaza или еще что-нибудь. Лучше заходить в те магазины, которые ты уже знаешь, что эти марки идут тебе. Ну, то есть, что эти марки определенный есть у них, ну, образ, соответственно, у каждого бренда тоже есть свой образ, который они проецируют на людей. То есть Манго или там Зара, у них есть определенный типаж, на который они делают свои вещи. Соответственно, если, ну, берешь там вещи, то как бы у тебя есть уже определенный образ сейчас. Так, чтобы мы в прямом эфире, как бы мне эту мысль вернуть в то, что вы сказали. Как не пойматься? Идти в те магазины, которые конкретно для тебя. То есть до того, как ты пошел в торговый центр, ты уже, в принципе, можешь подобрать себе марки для того, чтобы не вот так вот бегать из одного магазина в другой, непонятно, что делать, что мерить. То есть ты уже составил не только список вещей, но и список магазинов, потому что, на самом деле, пройтись по магазинам со стилистом – это работа. Иначе вот обычно что происходит? Ты приходишь в этот торговый центр, боже, и начинается этот забег. Да, а потом приходят люди домой с какой-то странной покупкой, потому что они не могли определиться, что им взять. И потом думают, да блин. И кладут на полку. И все. Классно, это там продается. Это образливо, до речи. Тобто, все ж таки, краще стилиста брати, да, в такі дні? Ну, желательно, но еще, если ты сам, это список вещей, список магазинов и все, и, ну, смотря какой ты хочешь. Обмежений бюджет. Тому я хотів якраз запитати про бюджет. Як не попастися на той момент, що ціна є відповідною, тобто вона знижкою, а не навіть задорожчена, як інколи буває? Ну, как не попасться, это просто, если вы знаете ценовую политику определенных вещей. То есть, допустим, если у нас джинсы, они не могут стоить там дешевле 600 гривен. То есть это ну, минимальная цена, которую вообще где-то можно найти со скидкой. Обычно это где-то 1200, может быть. Ну, в Коллинсе или в каких-то таких магазинах, где ты придешь. И там такая стандартная цена, 1200. Ну, где-то так, да. То есть ты знаешь, что, допустим, это не может быть меньше 600, ну и не может там больше 200, 2000. То есть, ну, как бы в таком диапазоне. Не словиться это, и просто ты знаешь, как бы, сколько это стоит всегда. Каждый день. Ви знаєте, на завершення є таке останнє запитання. Чи дійсно ці чорні п'ятниці і знижки дня шопінгу 11-11 працюють у нас? І чи працює це і на одягу, і на продуктах, і на покришках? Покришки. Пробальне. В точку. Работает, работает. Ну, то есть есть, да, люди, которые переклеивают ценники, такое бывает. Но, тем не менее, борьба за место сейчас, и тем более рынок перенасыщен шмотками, да, люди, они стараются, на самом деле, завоевать сердца своих покупателей. Но, на самом деле, самое важное в этот день, я думаю, чтобы каждый человек, он
не купил, потому что это за деньги, но приобрел, может быть, вот так вот, уверенность в себе, потому что это самая лучшая одежда, которая может быть. Клас. Ось такий одяг можна заробити в день книжок. Це впевненість у собі. І сьогодні, якщо ви не купуєте у маркетплейсах, готуйтеся до Чорної п'ятниці, яка також буде дуже скоро. І ось такі нам поради сьогодні розказала Вікторія. А ми вам дякуємо ще раз за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо ставити вподобайки, ставити на дзвіночок і писати коментарі, якщо вам це відео сподобалось. А ми будемо і надалі дивувати вас цікавими та актуальними новинами, тому обов'язково будьте нашими друзями. Зустрінемося!